Всем привет, меня зовут Алина, я нахожусь в городе Барселона. С недавних пор именно этот город стал моим домом. Сегодня несколько часов, честно, упорно и с большим энтузиазмом я пыталась записать это видео на пляже, но, к сожалению, яркое солнце, сильный ветер и внезапно севший микрофон не позволили мне это сделать, поэтому сейчас вместо красивых декораций в виде моря, чаек, пляжа и голубого неба вы лицезреете только белые стены моей квартиры. Ну, может быть, это и к лучшему. В общем, 10 месяцев назад я переехала жить из Москвы в Барселону и спустя какое-то время подумала, что было бы неплохо обзавестись своим YouTube-каналом. Но скажу сразу, что это не будет канал о переезде, о сложностях адаптации в новой стране, о том, как отличается туристическая Барселона от нетуристической, там, что я ждала и что я получила. Здесь точно не будет рассказа о том, сколько стоит жизнь в Барселоне и сколько я трачу в месяц. Я совершенно точно не буду бегать по супермаркетам, снимая обзоры ассортимента продуктов и рассказывая о том, сколько они стоят. Мне совершенно не интересно это делать. Если вдруг вам такая информация интересна, то, видимо, нам не по пути. Ну, не то чтобы не по пути, но, в общем, вы этого точно здесь не найдете. О чем же будет этот канал? Я сначала хотела сформулировать какую-то концепцию, какое-то свое видение, но потом подумала, что выходит как-то очень сложно с погружением в какую-то мою личную философию отношения к жизни, и мне кажется, что сейчас тот самый случай, когда лучше смотреть, чем слушать, да, то есть вы лучше увидите, что будет на этом канале, чем я вам буду сейчас как-то пытаться это объяснить. Скажу так просто вкратце, что я просто хочу показывать мир вокруг себя, каким я его вижу, то, за что цепляется мой взгляд. И вот ровно по этой причине я все-таки думаю, что на этом канале будет сильно меньше меня, чем того, что меня окружает. Я понимаю, что любой YouTube-канал — это в первую очередь персоналия, что нужен какой-то персонаж, в данном случае я. Но поскольку я не очень люблю снимать себя, и тем более в процессе разговора, мне бы не очень хотелось, чтобы здесь было много меня. Но посмотрим, как получится балансировать. Может быть, через полгода я свое мнение поменяю. Наверное, это все, что я хотела сказать на данный момент. Спасибо всем, кто смотрит это видео. Отдельное спасибо всем, кто досмотрит это видео до конца. И просто бесконечная космическая моя любовь тем, кто подпишется на канал, поставит лайк и что там еще, нажмет на колокольчик. Вот. Надеюсь, что вам понравится. Приятного просмотра и увидимся в следующих видео. Не знаю, когда вы смотрите вот это видео, но если вдруг, то всех поздравляю с наступающим Новым годом. И пусть как минимум следующий год будет сильно лучше предыдущего, потому что 2022 был просто... Всем пока! Пришли на ужин в аргентинский ресторан Парриада поесть мясо. Нам принесли мясо. Очень много. Будем пробовать. Ура! Выходные! Посмотрите, какой прелестный пес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Да. Класс. Здесь магазин постеров. Это снова я. Сейчас будет небольшая подборка видео из моей недавней поездки по Каталонии. В принципе, я везде поставила геометки. Если вам какое-то место понравится, вы можете погуглить и добавить его в свой список мест, где вы хотите побывать. Но есть одна локация, про которую я хочу рассказать отдельно. Это маяк Фар дель Фангар. В чем его прелесть? Он расположен на пляже, прямо на берегу моря. Но дело в том, что в этом месте такое огромное количество песка, что это в буквальном смысле выглядит как пустыня. То есть там есть барханы вот такие, и, собственно, сам маяк стоит посреди пустыни. Это какое-то невероятное зрелище, потому что, как вы понимаете, в обычной жизни это абсолютно несовместимые вещи, это как снег в Африке. Вот. Ну и огромный плюс этого места, что до него нельзя доехать на машине от ближайшей парковки до маяка примерно 4 километра, которые вы должны пройти пешком, и идти нужно буквально по пляжу вдоль моря. В общем, это очень классная, интересная прогулка. И если вы когда-нибудь будете путешествовать по Каталонии, очень советую вам до этого маяка добраться. Ну и плюс, где-то минутах в 20, по-моему, может быть, полчаса езды от этого маяка, находится природный парк, где в огромных количествах обитают фламинго. К сожалению, точка наблюдения за фламинго находится далеко от них, и для того, чтобы снять более-менее приличное видео, вам нужна суперкачественная техника, которой я не обладаю. Но вот у меня есть одно фото в Инстаграме. И, в общем, если вы будете у маяка Фар дель Фангар, обязательно доедете до этого национального парка. Вот сейчас точно все. До новых встреч!